Добро пожаловать на канал «Нетуристическая Турция». Сегодня мы с вами посетим уникальное место в Анкаре. Открыли его буквально пару месяцев назад. Называется Тулумтаж Маарасы. Это пещера, которая находится в районе Инджек за кольцевой дорогой. Точный адрес я оставлю вам в описании. Вы можете обратить внимание, что территория еще не сильно облагорожена. Это связано с тем, что официального открытия еще не было. Но вы можете приехать в любое время. Пока еще вход свободный. Строительные работы уже окончены, занимаются только облагораживанием. На территории уже есть туалеты и работает обслуживающий персонал. В будущем, я думаю, наверное, будут открыты магазинчики с сувенирами и кафетерий. Самый главный плюс этого места для меня, как для мамы, что можно приехать с маленькими детьми и свободно передвигаться с коляской. Для этого все предусмотрено. Пещера Тулумтаж – это естественная пещера, которую обнаружили еще в 1992 году во время взрыва при строительстве кольцевой дороги. Общая длина пещеры 549 метров, а высота местами достигает 30 метров. Это карстовая пещера, в которой есть сталактиты, сталагмиты и колонны разных диаметров. На самом деле очень интересное место, обязательно стоит приехать с семьей. Интересно как детям, так и взрослым. Здесь есть места, где можно спуститься и потрогать породы, а интерьер пещеры напоминает фантастическую съемочную площадку с особым освещением. Сталактиты – это хемогенные отложения в виде образований, свисающих с потолка, а сталагмиты – это натечные минеральные образования, растущие в виде конусов столбов со дна пещер. К сожалению, пока мало информации об этой пещере. Неизвестно, какой у нее точный возраст, но на сайте Белидие было указано, что возможно ей более 5000 лет. Вы только посмотрите на эту красоту. И самое главное, что не нужно далеко ехать, все находится в черте города. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить класс и подписаться на наш канал. До скорой встречи!